Всем привет, дорогие мои друзья! Вы на канале «О жизни в деревне без монтажа». С вами Виталия. Опять я <laughs> работаю и снимаю одновременно. Что-то у меня это не очень хорошо получается. Ну ладно, как-то так. Ну, прежде всего, хотелось бы поздравить всех любителей садово-огородных дел, коим Причисляю я и сама себя с началом посевного сезона, сезона 2023 года. Слава Богу, началось. Вот мы потихонечку уже скупаем семена, планируем свои посевы-посадки. Конечно, я в том числе. И хочу этим роликом в общем-то, начать цикл, цикл небольших обзоров с комментариями планов моих на сезон 2023. Моих планов именно посевных работ садовых на сезон наступившего года. Для себя я составила определенный план посадок и посевов на этот год. Напомню, прошлый год это был мой первый такой стартовый сезон, и у меня больших задач не было засаживать и засевать участок, хотя я что-то сеяла, в основном это были овощные культуры, вот, то есть продукты питания, скажем так, картофель, основной продукт питания в Беларуси. Ну, быстренько вам поясню. Я в конце сезона, собрав урожай, пришла к выводу, что в таких объемах выращивать я больше не буду. Прежде всего, причина какая. Мне негде это все хранить, во-первых. И, во-вторых, совершенно нецелесообразно вкладывать столько сил и времени вот, в огородное дело, когда можно в конце скажем, сезона, по осени, когда собирается урожай, все это приобрести за небольшие деньги, даже с доставкой на дом. Поэтому этот сезон у меня будет посвящен цветам в основном. Хотя кое-что из овощей я все-таки решила оставить. Ну, об этом и обо всем другом давайте по порядку. У меня взошел молочай горный снег. Вот пакетик от семян. Эти семена, в общем, я, как и все другие семена, вот сразу оговорюсь, я не буду в этом году, не планирую пользоваться услугами интернет-магазинов. Позже разъясню, почему. Но, то есть, все семена покупаются мной в розничной торговле. Вот что я приобрела. Молочай горный снег. Хотя я зарекалась высаживать однолетники, но вот это растение давно мечтала иметь на своих клумбах. Поэтому такой пакетик один единственный приобрела. Он уже у меня прошел стратификацию. Я на стратификацию его у меня отмечено ставила. Так, молочай, 25 декабря уже прошлого года. И вот во время стратификации у меня семена взошли прямо в холодильнике вот таким образом сегодня я открыла мини мини парничок открыла и уже буду ставить к свету вот появились первые всходы так это молочай у нас горный снег впервые все это растения то есть видела я с ним знакома по интернету то есть по видеороликам сама никогда не выращивала но очень он мне нравится как смотрится на клумбах вот у других садоводов. Следующее растение, которое вот, хочется вам представить, и согласно моим планам посевных работ, это будет у меня колеус. Хотела я колеус другого сорта, но когда вот была в городе, была у меня возможность пройтись по магазинам того сорта, который я хотела, я не нашла, нашла вот такую смесь, вот тоже буду пробовать сеять, посмотрю, что получится. Но ну, а пока оставлю интригу, какой сорт я хотела, я значит расскажу тогда, когда его найду, значит пока, пока это небольшой секрет. На сегодняшний день вот такие семена. Опыт выращивания колеуса из семян у меня есть. У меня был мурманский опыт. Не знаю, как пойдет дело здесь в Беларуси. Ну, думаю, не хуже. То есть всходит замечательно, растет замечательно. Единственное, я выращивала на лоджии его. То есть э, на клумбы я не переносила. Ну, еще раз говорю, это был Мурманск, это Беларусь. Сейчас две большие разницы. Но, скорее всего, все-таки я перестраховщица. Скорее всего, эту культуру я буду выращивать в контейнере. В контейнерах. Если все будет благополучно и успешно, все взойдет. То есть в открытый грунт высаживать, по крайней мере, в этом году не планирую. Вот такая смесь семян у меня. Семена местное производство. Ну, во всяком случае, сколько я слышала отзывов, вроде как все отзывы положительные. Посмотрим. Интересное растение, прям чем-то похоже на гипсофилу. Никогда не видела, увидела пакетик и пометка многолетник. Вот это меня подкупило. Качим или качим, даже не знаю, как правильно ставится ударение. Снежные хлопья. Ну, мне более Проще говорить качим. Почему-то качим метельчатый. Если не права, поправьте меня. Многолетник, говорят, беспроблемные, тоже местные семена. Попробуем. Эхиноцея. Эхиноцея пурпурная левадия. Никогда не выращивала, не было опыта, но говорят беспроблемные. И тоже многолетник. Посмотрим, что получится. Хотелось бы еще других окрасок. Вот увидела в продаже только вот пока такой розовый. Я думаю, сейчас будет вот эта страда посевная наращиваться, и предложения будут тем самым увеличиваться. Поэтому, когда у меня получится ближайший выезд в город, возможно, посмотрю и другие окраски. Ну, вот пока только такие семена у меня. Еще раз говорю, это «Многолетник». Вот в этом году я буду создавать э, так называемую, ну, вот, по крайней мере, вот в мои планы это входит: создавать так называемую структуру сада. То есть, я, это будут высаживаться какие-то кусты и растения многолетние, либо такие однолетники, которые дают самосев. Вот таковы мои планы. Колокольчик персиколистный, лавандовый. Ну, колокольчик есть колокольчик. То есть, колокольчиков, на мой взгляд, в саду много не бывает, они все хороши. Вот опять же был только один вариант колокольчиков, их много, на самом деле всяких разных. У меня большая большая мечта завести платикадон но не было ни семян летом возможно или вот весной уже ближе к лету посмотрю может быть готовые саженцы будут продаваться но платикадон это прям мечта номер один среди колокольчиков у меня пока только такой достаточно он высокорослый многолетник что-то у меня Ага. Угу. Клещевина обыкновенная, красно-коричневая. Дорогие друзья, клещевину, несмотря, вот слушаю блогеров, говорят, трудно она как-то, не у всех, вернее, получается выращивание. У меня был опыт, был мурманский опыт выращивания клещевины. Единственное, тоже я не высаживала в открытый грунт, клещевина росла у меня на лоджии. Росла великолепно, цвела великолепно, но ну, единственное, она не выросла в заявленный размер, поскольку ну, горшок, наверное, нужен был побольше обошлись тем, что было максимально большим, поэтому ростом она была у меня не слишком высокая, но это не помешало ей процвести, дать семена, и скажу больше, я собрала свои семена и высевала их на следующий год, и они тоже всходили. Ну, уже не могу сейчас вспомнить судьбу дальнейшую уже растений второго сезона, но ну, тем не менее такой опыт у меня был. Попробую в этом году все-таки в более благоприятных условиях, в более благоприятном климате, в теплом, попробовать это растение вырастить еще раз. Вот, пожалуйста, клещевина обыкновенная. Бывает зеленая, не видела пока в продаже, увижу, возьму обязательно пакетик зеленый. Там семян немного в пакетике, они достаточно крупные. Я, насколько помню, их высевала в трофяные таблетки по одной штуке, и всходили они беспроблемно. Посмотрим, что получится здесь. Две астры. Это разная расцветка одного и того же сорта. Ну, астры, понятное дело, их много не бывает. Если увижу еще какие-то сорта, которые приглянутся, мне обязательно куплю. Пока только две. Астры буду рассадным способом выращивать однозначно. В открытый грунт я их пробовала в прошлом году сеять. Тоже неплохо они вырастают, но меня не устроило, не устроило время их зацветания. То есть очень-очень поздно зацвели. Попробую все-таки в этом году вырастить их из семян в доме и уже рассаду переносить на клумбы. Ну вот две такие астры. Астры однолетние. Однолетние, но ну, говорят, можно получить семена. Вот, вот еще к чему. Можно получить семена, и в этом году я постараюсь это сделать. Симпатичные, прям такие я бы даже сказала, на пионы чем-то похоже. Бархатцы прямо стоячие. Дюна золотая. Ну, про бархатцы много рассказывать я считаю, не имеет смысла. Все их прекрасно знают, все их выращивали. Единственное, я у продавца спросила, что мне хотелось бы вырастить такие бархатцы, которые здесь растут в центре города Могилева. Говорю, вот такие, как прям мандарины на коротких ножках. И она мне предложила вот этот сорт. То есть они низкорослые, 30 сантиметров. И достаточно крупные у них цветочки. Вот именно как мандарины смотрятся. Так что если все так и получится, бархатцы легко дают семена, они легко сохраняются и на следующий год их можно выращивать уже из собственных семян. Вот на что я и рассчитываю. Но если и, и про них скажу также, если мне удастся какой-то еще сорт, вернее, если какой-то сорт меня еще заинтересует такого же типа я, конечно же, приобрету. Пока у меня один пакетик. И там их немного. Там, по-моему, да, тут их всего 10 штучек. Но я думаю, они неприхотливые. Как правило, бархатцы же неприхотливые. Всходят в 100% случаев. Я думаю, достаточно будет, чтобы оценить вот этот сорт. Посмотрим. Красавица Циния цинию я пробовала в Мурманске выращивать, в Мурманске она не пошла у меня. То есть взошла без проблем, дальше ничего у меня не получилось, как и с подсолнухом медвежонок Тедди. Вот я об этом как-то говорила, но попробую здесь. То есть в этом году это у меня будет первый опыт. Хотя это однолетник, однолетник но вот циния как бы, она у меня вне плана получается идет. Не знаю, как там с семенами можно собрать, нельзя, но вот цинию я планирую высевать ежегодно. Вот пока, опять же, у меня одна окраска, семена местные. Циня очень красиво, на мой взгляд. Матиола двурога, вечерний аромат. Слышала много даже из детства помню отзывы взрослых людей, что ну невозможно дача без матиолы, матиола должна быть и как-то это у меня вот осталось на моем сознании, в моем сознании в Мурманске никогда я не выращивала, ну вот здесь я думаю нужно попробовать, тем более говорят дает сам Масев, хотя однолетник, вот такая матиола попробуем, что получится, пока не знаю. Кобея цепкая, фиолетовая. Ну, в общем, название сорта соответствует картинке. Что можно сказать про кобею, друзья мои? Вот тут у меня произошла интересная история в мурманских с кобеей. Когда я только начинала свою огородную деятельность, мои самые-самые первые были шаги. Конечно, я как, наверное, все начинающие цветоводы, скупала все подряд, все, что глазу приглянулось. Да, я думаю, никого этим не удивлю. И вот моему взору предстала вот такая вот такой пакетик с такой очаровательной картинкой. По моему, картинка была та же самая. Естественно, я приобрела, купила. Там всего было 5 семян, но ну, семена достаточно крупные, плоские. Я их, это дело было тоже где-то в январе посеяла, и она у меня прекрасно взошла. Я на нее посмотрела, пересадила потом в горшочки. Она у меня росла на лоджии росла, она росла, все было замечательно. Пришла осень, и, в общем, когда, <laughs> как говорится, настало время убирать грядки, я к обею срезала, как и все остальные, как я считала, однолетники. И Вы знаете, какова была моя досада, когда я уже много позже прочла где-то в интернете, что, оказывается, кобею можно выращивать в комнатных условиях. Даже если она у вас росла где-то на улице, ее можно, эту Лиану, она очень неприхотливая. Вот, как говорят нам интернет-источники, можно перенести ее в комнату, в дом и она будет себя вести как многолетник. То есть можно ее выращивать не один год. Ребята, я готова была себя, ну не знаю, укусить за что-нибудь, за то, что я ее уничтожила. Думаю, ну ладно, на следующий год куплю опять семена, опять посею, уже, конечно же, буду ее сохранять, буду выращивать в комнате. Так вот, и что вы думаете? На следующий год у меня семена не взошли, несколько раз покупала, разных производителей не взошли, потом через год не взошли и так продолжается до сих пор. Я каждый год покупаю семена, и моя кобея, извините, выкобенивается. То ли она на меня обиделась, то ли так совпало, как говорят, семена просто неудачные. Ну вот в этом году я снова приобрела один пакетик, конечно, не несколько, а один единственный и снова буду пробовать. Семена я посмотрела этого года сбора, то есть тут придраться не к чему, попробую. Что из этого получится? Ну вот, попытка номер цать, как говорится. Моя кобея. Очень надеюсь, очень на нее рассчитываю. Вообще красивая, конечно. Кохия, летний кипарис. На мой взгляд, обалденное растение, и его много в саду не бывает, и прям чудное во всех отношениях. Опыт у меня был в Мурманске, выращивала из семян, сходило все великолепно и замечательно, все росло на подоконниках, замечательно. Вы уже понимаете, куда я клоню? да? Стоило мне высадить в открытый грунт, и растение это встало то есть не хватило тепла. Мурманского лета ему не хватило. Хотя развивалась до высадки на постоянное место великолепно. Я уж думала: ого, у меня будет красота всем на заглядение ничего подобного. Так что сейчас в Беларуси живу, и у меня очень большие планы на него, хотя и однолетник. Тоже, говорят, прекрасно размножается самосевом. Во всяком случае, в городе, в городе я была, летом обращаю внимание на городские клумбы, очень много, где можно его увидеть. То есть выращивают, действительно вырастает большой и красивый. Поэтому пробуем еще раз. Вот такая кохия. Лаватера. Лаватера – моя давнишняя любовь. В Мурманске росла и в доме, и в квартире на подоконнике, и в открытом грунте. Беспроблемное растение. Единственное, в Мурманске не успевали вызревать семена. Мне кажется, здесь получится даже получить, получится этому растению свои семена все-таки дозреть и получить свои. В общем, посмотрим. Буду еще покупать э, то растение, которое я называю беспроблемное, и много лаватера не бывает. Вот один пакетик у меня чисто белый, и второй пакетик смен, смесь семян. Смеси я вообще не люблю, стараюсь их не брать, но поскольку вот первым я как раз-таки увидела смесь, уже взяла то, что было, а потом нашла белую. Хотелось бы еще розовый. Розовые, кстати, бывают разных оттенков очень красивая. Бывают и высокие достаточно, бывают средние, среднего роста. Лаватера бывает разная. И цветки диаметром тоже бывают помельче и покрупнее. В общем, отличное растение. В моем саду ей быть. Ну да, бизнес Турции, как я уже говорила, это мой самый любимый однолетник. Опять же, это такой однолетник, который прекрасно дает семена. И в этом году я уже получила опыт сбора семян, даже получила опыт проращивания своих собственных семян. То есть все замечательно, семена нас Турции вызревают здесь и достаточно всхожие прорастают и все, все прекрасно. Поэтому вот пока у меня два сорта, буду приобретать всякие, всякие разные. Еще раз э -э, скажу, да простит меня петуния, настурция для меня все-таки на первом месте. Это самый-самый любимый однолетник. О декоративном подсолнухе медвежонок Тедди я уже неоднократно говорила. В этом году получила свой первый положительный опыт. Выращивала я его в Мурманске, пробовала точнее выращивать. В Мурманске ничего не получилось. Видимо, не хватило ему мурманского лета. Здесь вышло все успешно. Растение меня порадовало, цвело великолепно. Посеяла я на удачу, что называется И сразу сухим севом, сразу в клумбу. Единственное, вырос ну, зацвело, оно, конечно же, чуть попозже, нежели я ожидала. Поэтому в этом году у меня несколько пакетиков. Вот я два приобрела, буду еще, скорее всего, покупать. Частично буду выращивать рассадным способом и частично буду сеять сухими семенами в грунт, ну, чтобы цветение продолжалось подольше. Вот этот подсолнечник просто у меня. Прям солнышко мое, душе приятно. Замечательное растение. Даже, вы знаете, он на самом деле намного красивее, нежели на картинке. Вот если вы не выращивали сами никогда, посмотрите мои летние ролики, там упоминается о нем. Ну вот, друзья мои, на этом, наверное, первая серия, так скажем, цветочных обзоров подошла к концу. Я буду приобретать еще семена, я буду приобретать, э, скажем, семена тех овощных культур, которые все-таки я решила продолжить выращивать в этом году, но это будет далеко не все подряд, как прошлым летом. Об этом я расскажу в одном из следующих роликов. А на этом благодарю вас за просмотр, напоминаю, вы были на канале о жизни в деревне без монтажа, с вами была Виталия. Успешных вам посевов и цветущих клумб. Всем пока-пока.